понимаете? Давайте, давайте, давайте документы ваши. Сумку давайте вашу сюда. Какую? Вот ту. Так, сумку-то дайте вас. С документами. Что ж вы употребляете такого? Молодой человек! Документы ваши можно? Сейчас, сейчас. Да вон сумку давай. Да. Хорошо, хоть я остановился, блядь. А? Выходи. Запрещенного-то при себе ничего нет у вас? А? Запрещенного гражданскому обороту ничего у вас с собой нету? А? Блядь, ну, наверное, ну, когда в машине поставить? Да нафиг он нужен в машине. Я не дай бог, кто-нибудь выпрыгнул, блядь, на дорогу. Ну, надо везти, блядь, в отдел. Куда? Бежу. Блин. Тихо, тихо, тихо. Пойдем тихо. С нами. Куда? Пойдем. В ГАИ поедем. Сейчас сядешь ли назад? Ну, да, конечно. Да. Сергей. Сергей, присаживайся в автомобиль. Слушай, у него собака там, блядь, и он дорогу перекрыл. Ух ты.